Высокоскоростной интернет появится в горном районе, правда, только к концу следующего года. В селе Бердегистях продолжается строительство волоконно-оптической линии связи на участке Якутска-Бердегистях. Завершить все планируют к 1 декабря 2017 года. Работы ведутся в рамках реализации проекта «Вилюйский экспресс», который охватит 6 районов, в том числе Горный, Вилюйский и Мирнинский. Он позволит закольцевать магистрали в юго-западной Якутии. Состоится начало строительства оптоволоконной линии связи до Горного района, поселка Бердегистях. Вообще вот этот проект называется у нас «Вилюйский экспресс», то есть это начало строительства оптоволоконной линии связи по Вилюйской группе районов, в том числе и Горного. Ну и в завершение выпуска Центральная библиотека Мирного предоставляет читателям новую услугу – бесплатного и, главное, законного скачивания книжных новинок с популярного сайта «Литрес». Познакомиться с процессом, оценить его и узнать статистику решила Тамара Бессмертная. Современные библиотеки выходят на новый уровень работы. Раньше здесь можно было только ознакомиться с бумажными вариантами книг. Но сейчас они предоставляют новую услугу – бесплатного скачивания электронных книг, в чем мы сейчас и будем разбираться. Здравствуйте. Сейчас я возьму вашу фамилию, имя и отчество, а также вашу дату рождения для того, чтобы потом зарегистрировать вас на нашем сайте. Угу. Потому что библиотекарь вручную обрабатывает все запросы. А вам я выдам ваш уникальный логин и пароль, который вы введете и сможете выбирать любые книжки, которые захотите. Идем разбираться, как происходит процесс регистрации, выбора и покупки книги. Это если вы пока сами не зарегистрированы на сайте. Вводим Литрес, заходим, и вы должны ввести свой логин и пароль. Несколько секунд работы на клавиатуре, и здравствуй, мир книжных новинок. Для отдаленных регионов или городов, где нет современных книжных магазинов, услуга мечты. Читать можно с любого гаджета в любом месте, но сначала запрос. Я каждое утро начинаю с того, что я открываю страницу Литрес и вижу все запросы. Сколько у вас в день регистрируется или читается?